Все. Салютик всем. Две сестрички провели процедуру пилинга с использованием новиночки скраба на Вейдж. Классный бомбический продукт. Кожа видно, да? Младенца. Аж блестит, аж сияет, подсвечивается, да? Ну, тебе нравится? Очень. Мы с подружкой сегодня еще приходила к нам подружка в гости. С супругом делали эту процедуру. Эффект классный. Да, правда, 20 минут нужно держать эту масочку. Потом она сворачивается, знаете, так интересно. Но кожа, когда умываешься, такое ощущение, что кожа младенца. Обалденно классная. Пилинг содержит альфа-гидрокислоты, энзим, граната. Очень классно помогает омолаживать лицо. Осветляет. Осветляет лицо, сужает очень хорошо поры, разглаживает морщинки. И сейчас осень на дворе. А это значит, что нужно этим заниматься. В домашних условиях. Супер, да? Да. Без посещения косметолога это вообще классная вещь. Расскажи, чем тебе он понравился больше всего? Во-первых, наносится очень легко, удобно. Эффект, ну, как маски. Как бы, ты когда наносишь пилинг, оно немножко все равно как-то грубо все это происходит. А это как будто вот наносишь как на сметанка. Себя как сметанку. Вот, как вот когда вот летом вот было, да, вот. Получили ожог там случайно, намазали сметаной. И вот так мягенько она на лицо, вообще не щипит, никаких посторонних запахов. Запах довольно-таки очень приятный, такой молочно-фруктовый. Да, нежный, очень нежный. Не стягивает кожу, как вот если, да, вот, да, оно немножко подсыхает, но стягивание кожи за 20 минут стягивание кожи. Мы спокойно даже успели чай попить, пообщаться, посмеяться. И оказалось, что эти 20 минут так пролетели, мы даже не поняли, как они прошли. Не, ну эффект вообще бомбический. Да, даже муж заметил, сказал, что очень классно. Девчонки, не пропустите в этом каталоге, это запуск новинки, рекомендуем. Это будет самый востребованный продукт этой осени. А на Вейдж сегодня рулит. Это люксовая серия. Рекомендуем, чтобы это появилось в вашей ванной комнате. 1-2 раза в неделю, и ваша кожа будет молодая и красивая. Ну все, пока-пока.